кошмар. Всем привет, с вами Печенька Вэй, и сегодня мы продолжаем играть в Террарию в эксперт моде. И в этой серии мы побежим направо, а именно в сторону краймзона, и попытаемся преодолеть его и попасть в данж. Но это я буду делать днем, потому что ночью это тупо. Это очень глупо идти ночью через краймзон. Так что спускаемся вниз, копаем шахту. Да. Копать будем. Все. Приземлились. А есть у меня зельки? Зельки-то. Палку бросаем. И все, копаем теперь. Да, серебряная какая-то отличная вещь. Я вижу, что там пещера. И без воды. Ну, вода рядом есть, но она рядом. И это очень хорошо. Ого, это медь. Это отлично. Грибной биом. У нас теперь есть грибной биом. Я думаю. Краймзон это грибной биом. А, саламандра. Но ведь не очень хорошо. Все-таки у нас саламандра. И остается только выбор. Кокошечник или рак. Надеюсь, будет рак. Рак, они просто ближе к бою только идут. Дальний бой у них ужасно. Фу, нет. Да, раков не дальнего боя. Как дать? Копаем, ставим факел, дальше копаем. Я хочу попасть как на дом. Просто хочу. Там 100% есть сундук. Блин. Значит, где-то есть вода. Да, ну вот вода, да. Все правильно, блин, и вода вот рядом есть. Факел. Копаем дальше. Все. Спускаемся вниз. Теперь. Мне кажется, как бы день наступил, но может мне это кажется просто. Черный слизень. Сейчас. Так, мыши не подлетай. Слизень не подпрыгивайте. Зелье выпиваем. А я бегу. Убили. Но их слишком много. Я думал, что два слизня. Тут еще этот появился большой слизень. Не. Рановато мне в крупную пещеру идти. Так. Все еще ночь. Это не очень хорошо. А. Стоп. Мне надо дом улучшить. Вот это я забыл. Так, что у меня в сундуке? В сундуке нет никаких материалов. Так что делаем новую комнату. С нуля. Так. Вот так. Ставим стул. Ставим стол. Все. Дом построен. Да, так легко дома строить.
На следующий день кто-то приедет. Потому что я использовал сердечко одно. А это значит, что эта сестра может приехать. О, у меня еще бомба есть. О, я ж могу еще этого вызвать. Патрульника. Я думал, я разобьюсь. Я позабыл, что тут пировка кончается. Что это? Свинец? А, вода тут мешается. Что-то я сразу ее не заметил. Все, я теперь выкапываем воду. Вот, да, выкапываем воду, да. Она должна будет вылиться вот туда. В крупную пещеру. Подумаешь, кривые. Не получу. Мышь! Убили. А чё так? Не хватает? Грибы соберём. Чё, это не грибы ещё? Вон грибы у нас есть. Меня летучую мышь укусил, и у меня такой эффект. Нет, конечно, спасибо. Это не такой уж плохой эффект. Да, я понимаю, что у него меньше скорость восстановления здоровья, но урон сильно увеличен. Но мне кажется, здоровье вообще не восстанавливается. Из-за того, что я, наверное, в эксперт-моде, оно не восстанавливается. Все-таки факел надо поставить. И срубить дерево. Тоже надо. Два гриба? Из дерева? Маловато как-то. О, тут пещера. А в ней зомби. Это скелет! О, я хотел по нему попасть. Да ты иди ты. Ладно, надо быстро в него стрелять, чтобы он сам не стрелял. Все. Я думал, получится его так убить. Все. Кушинчик. Кушинчик. Пиранья. Черви. Черви надо поймать. Все, поймали. Фу, это ловушка. Ой, а там саламандра. Надо бы стрелять. Она даже не подошла. Так, водоемчик. Мне кажется, это мох.
Ну и день-то должен был уже кончиться. Так. А, она неуязвимость вошла. Все, теперь нет. Медсестра все-таки. Как? Я думаю, рукошечник будет, или как? Как? О, у него урон! Убил. Сейчас надо выбираться отсюда. Мост делали. Все. Башню, выше башни. Все, две земли. Ой, две зельки. Это мало. Все, выпрыгнули. Теперь надо делать веревку. И выбираемся, да. Можешь спокойно выбираться отсюда. И продать немного грибов даже. Можешь делать себе домик небольшой из грибов. О, я угадал, что день. Да. Медсестра же пришла как-то. Она только днем проходит. Они все днем проходят, да. Я что-то забыл. Надо попытаться добежать до туда. Через крем-зон бежать. Это опасно. Так что зелье лечения нам понадобится. И мне жалко их тратить. Так что буду жрать грибы. О, странное растение. Грибочек. Мне интересно, они вообще вырастают новые деревья? О, пингвин. Он добрый. Добрый. Мирный. Значит, по пингвина. А где сычок? Куда я сычок дел? А, вот он. Все, я продам пингвина. Нет, я его себе дома поставлю. Попарил пингвина. О, кушанечки. Сурикены, паки, факела, веревки всякие. Ой-ой-ой. Напугали. Ой-ой-ой. Примера. Я думаю, они тяжелые. Лед сраженный. Мне кажется, заражение ледяное самое безобидное. Потому что. Ну что они могут сделать в этом заражении? Ничего не могут. Не есть и есть, и все. Или шипов. Платформа не нужна мне. Так вот, поставим. Ой-ой-ой, видимо, пещера искаженная. Не подходи ко мне. Все. Вс,
Все, он утонул, наверное. Я надеюсь, он утонул. Слизень. Все, тут у нас пусто. А, нет, не пусто, тут пещерка. Вроде она обычная пещера. Не зараженная. А, нет, уже вот сражение началось. Не пойду туда. Вот тут кушенечко сломаю тут. Красный лед. Можно гель вот так сэкономить место для него. Главное, не забудь, что я его 100 этих амуниций положил. Пингвин. Пингвин. Все. Теперь строим мостик. Идем дальше. Главное успеть дойти до края мира. Ну хотя бы до данжа. Данж не край. Просто на краю может быть рыбак. Вот поэтому я хочу до края мира дойти. Ну, ночью до туда идти это очень тяжело. Вот. Вроде бы кончилось. Кончилось. Крипт 20. Знамя. Знамя пропадает. Почему, может, что-нибудь? Что тут есть? Мне придется расстаться с пингвинами. И белки. Зелье возврат. О! Зелье железной кожи. Лицовый слиток. 109 метательных ножей. Мы вот это все собрали. Я вас ножами закидаю. Ну, конечно, не будем кидать их. Все-таки не бесконечные. Но 103 штуки уже. Было больше. Так. Лед красный, он мне вообще не нужен. Он вообще вредный. А я его с собой ношу. Ну и уходи. Красный лед, снег, вот эта земля, грязь, серый кирпич. Все. Мне это не понадобится. Мне кажется, у ножей очень большая вероятность не потратиться. Цветочек. Мне вот интересно, метатель это какой класс кого? Просто интересно, кто это? Ближний бой, дальний бой? Метание. Метание, понимаете это? Метание вообще ничем не является. Ой, блин, зараженная пустыня. Лица монстров. Лица монстров. Не ори так. Не ори на меня. Я тебя предупреждал, не ори на меня. Не подлетай ко мне. Позвонок упал.
Зелье, зелье, зелье. Ну, скажем так, я один краймзон прошел. Да. Это достижение. Для начала игры это очень большое достижение. Холодно стало. На улице плюс 25, а мне холодно. Так. Странное растение, знаете. Ну, синий краситель. Вроде не очень. Синим буду. Он мне не нравится такой. Так что его не будем брать. Синий кислотный. Вот попробуем сейчас его. А вот он прикольный. Тут хороший краситель. Ну и все как бы. Да. Копилку бы надо купить. Сколько копилка стоит, а? Скорее всего хорошая, да, хорошая история. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Да, я не знаю, сколько стоит за границей. Я случайно купил у него эту шапку. Ненавижу эту шапку. Так, что тебе тогда продать можно? Вчера купи. Хороший чер. Цветок купи. Семена купи. Позвонки купи. Цветочек купи. Хороший цветочек. Правда? Семена купи. Подсолнух купи. 93, тебе все еще мало? Кролика купи. Белку купи. Еще кролика купи. Ты купи кролика, вот ты купи. Вот все, монетка есть. Факел. Зачем ты мне факел дал? Все. А, у меня ножи кончились. Все, теперь у меня есть свинка. И я могу в ней сохранять свои вещи. Не купил бы я эту каску, у меня было бы еще, была бы еще одна свинка. Вот, смотрите, вот. Когда рядом есть монстры, одеваю каску шахтера. И вижу. Ой, нет монстров. И все рядом вижу. Когда рядом есть монстры, или темно, ой, или светло, то я одеваю вот эту. Все хорошо. А так вот так будет. Хороший план. И выглядит, кстати, прикольно. Переливается так, броня. Лучше, чем серебристый. Вот. Видно эту синюю хрень? Не видно. Вот что такое аксельбант? Просто мне интересно, что это такое? Статуя лука. Вот сюда поставим. Типа там у нас данж. Белку поймали. Кролика поймаем сейчас. Белки. Чё так много белок? Это плюс монетки. Свечка поймали. Роскошно красное дерево. Красная белка. А, их 10. Ну и все. Все сделал от серии. Вот синие красители я продал. Они мне вообще не нужны. Причем есть красные растения. Вот именно всю серию, сколько эти странные растения, то у меня этих красителей будет очень много. И не только синих. И каска мне очень не нужна, потому что у меня есть зелье света. Вообще, я 5 минут уже говорю. 5 минут вот страдаю фигней какой-то. Хотя мог бы уже закончить это видео. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. А кролику привет.